В этом году только в области для школьников представлено более 150 моделей одежды делового стиля, свыше сотни рюкзаков и ранцев, около 80 обуви. Цены не кусаются. Брюки от 40 рублей, блузки и платья от 45. Кардиганы, жилеты и сарафаны можно найти от 30. Новый тренд на данный момент – это бомберы, которые на кнопках, естественно. Ну, то есть как на мальчиков, так и на девочек. Синие и черные. В основном синие. Во всех школах. Львиная доля – товары отечественного производства. Отдельные позиции – импорт. Чаще это канцелярия. Нововведение года – обновленный дизайн дневников. Приобретать необходимо вариант, изданный в 2024-м. Стоимость – 3,50. Простые карандаши – от рубля и выше. Шариковые ручки – от 80 копеек. Тетради на 12 листов – от 19. Полуобщие – рубль 60. Набор из 10 обложек – чуть дороже 2,5 рублей. Смотри, еще какой класс. То есть в младшую школу, конечно, нужны принадлежности. Это те же самые альбомы для рисования, какие-нибудь карандашики, краску. Ну и, в принципе, все. Этого хватит. Для старших классов идет, опять же, тоже классика. Это пару ручек, полуобщие, общие тетради. И, конечно, все нужны обложки. У нас идут именно белорусские наборы, они все цветные. Ранцы можно приобрести от 20 рублей. Рюкзак обойдется в 45. Цветовая гамма разнообразна. В тренде рисунки с 3D-эффектом. В том году они вообще покупали только черные, поэтому в этом году мы как бы немножко и больше привезли черного, потому что она в том году была как-то все яркое такое, разнообразное. И сейчас, больше сейчас идет, рассматривают 3 в одном, где идет вместе с шопером, с пеналом. Есть 5 в одном. И как бы рассматривают еще сумка-рюкзак. В поисках идеальной формы на помощь приходит «Славянка». Радует широким ассортиментом, качеством и актуальными трендами. Подобрать пиджак, брюки и жилет по душе сможет даже самый привередливый покупатель. Фабрика уже отшила 70 тысяч единиц одежды. Выбор есть, цена приятно удивляет. Комплект из верха, низа и рубашки обойдется всего в 150 рублей. Конечно, традиционно очень большое производство у нас. Отдельно брюк для мальчиков и для девочек. Весь ассортимент, начиная от юбок, кончая куртками, можно приобрести, одеться школьникам с головы до ног. Нейтральные цвета, которые не мешают восприятию учебного процесса. Это темно-синий главный цвет, черный, темно-серый. Ну, где-то пробегает темный бордо еще. Блуза, джемпер в «Славянке» от 28 рублей. Жилеты, брюки от 15, юбки от 30. В тренде трикотаж, поливискозные костюмные ткани. Акцент на удобство и комфорт. Все материалы проверяются в лабораториях на соответствие стандартам качества. Такая школьная форма не только красивая картинка, но и гарант надежности. Хорошие цены такие, ну, короче, отличные. Он нравится. По 30 рублей штаны. Мне очень нравится, но мы пришли с ребенком, потому что у нас очень сложно. Проблема в том, что он должен выбрать сам обязательно, иначе носить не будет. Приобретаем жилеточку и костюм в цветах нашей именно школы, темно-синий. Школьный ассортимент будет представлен и в крупных торговых организациях. В магазинах, универмагах и торговых центрах для удобства покупателей предусмотрена оплата картами рассрочки. Для многодетных семей ежедневный дисконт в 15% при предъявлении соответствующих документов. Елизавета Житкова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.